Как вы будете голосовать на референдуме и почему? Как вы проголосовали на референдуме и почему? Как? Это родина моя. Я в Россия. России родился. Ну все, и умирать буду в России. Спасибо. Весь вопрос. Здравствуйте. А вы только что голосовали на референдуме. Могли бы вы сказать, как вы проголосовали и почему вы именно сделали такой выбор? Я проголосовала за Россию, так как считаю, что с Российской Федерацией будет в Крыму лучше жизнь, чем с Украиной. А какие вы видите для себя плюсы? Почему вот именно вам кажется, что будет лучше? Ну, потому что нас, русских, ущемляет Украина, поэтому... Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, сегодня референдум проходит по поводу присоединения Республики Крым к Российской Федерации. Как вы относитесь к этому событию? Положительно отношусь как к референдуму, так и к присоединению. А вы владеете своим бизнесом, и как вот присоединение России к России скажется на ведении дел, как вы Вы знаете, думаете? есть, конечно, вопросы, потому что у нас связано получение товара с одесским рынком. Но я думаю, что эти вопросы будут решены. И даже если они не будут решены, то я, конечно, за Россию в любом случае. Спасибо вам огромное. Спросить, как вы проголосовали на референдуме и почему вы сделали именно такой выбор? Мы проголосовали за нашу любимую Россию. За Родину. За нашу Родину. Мы всегда были российские люди. Мы всегда думали, что Россия нас заберет к А ты себе. что? Вот, так что мы хотим Об быть с этом Россией. мечтали. Да. И Я так что мечтала. мы думаем, что нам гораздо лучше будет с Россией, чем вот с такими бендерскими этими Правительство. правителями. Беспредел творится в Украине. Вопрос от радиогазеты «Слово». Вот здесь находятся на крымской земле русские советские коммунисты. Почему вы приехали? Что побудило вас здесь сейчас стоять? Вы сколько народу идет? Вот так, что вы испытываете, какие чувства и почему вы здесь? Ну, во-первых, мы уже здесь работаем почти 10 дней. Нас никто не посылал, нас никто не заставлял. Мы собрали материальную и финансовую помощь тем родителям, тем мамам, у которых погибли мужья при вот киевских событиях, оказали им финансовую помощь, посетили всех их на домах, это в Евтопатории, Судак, здесь, в городе Симферополе, в других городах. И, конечно, вторая основная задача, это встречались с гражданами, общались, нам предоставили очень, даже приятно, предоставили очень много коллективов. Но вот за это время более 3000 граждан мы повстречались с ними. Вы знаете, мы когда заходили в зал, и нас объявляли, что поехали наши братья из России со Ставропольского края, а я являюсь заместителем председателя Думы Ставропольского края, руководителем фракции коммунистов Думы Ставропольского края, то, знаете, они поднимались и просто приветствовали стоя овациями. Встречи проходили от 1,5 до 2,5 часов. Задавали очень много вопросов, и когда мы задавали один вопрос, ну, вы, наверное, ну, как сказать, не пойдете, скажете, что за вас все решено, он говорит, нет. Где-то процентов 35-40 говорили. Да, молодежь идет, типа кубокальный скажет, покажи, Сергей, что кто-то, видите? Идет, молодые люди идут. Да, очень много. И те граждане, которые говорят, мы раньше не ходили вообще, 35-37%, а то и до 40, мы сегодня пойдем обязательно. Потому что мы не мыслим без России, мы не мыслим без. И мы когда говорили, что мы коммунисты, да, вы знаете, вот, было их удивление. Может, вас кто-то заставил, что ли? Нет, у нас по зову сердца, по зову партии, по зову совести. По зову гражданского, так сказать, позиции, мы приехали и оказали помощь. Вчера мы на баррикадах водрузили Красное Знамя Победы, на баррикадах наших товарищей. И люди, увидев наши номера, у нас номера РУС-серия, и, знаете, они останавливали, бабушка остановила нашу машину и кричала, спасибо вам за то, что вы в очередной раз приехали к нам и нас поддержали. Вообще настрой, конечно, людей сумасшедший. И это нас радует. Спасибо вам большое.